Гостем нашей сегодняшней программы стал доцент инженерного факультета Дагестанского государственного аграрного университета имени Магомеда Мамаевича Джамбулатова. Меня зовут Магарамов Башир Гадисович. Я являюсь доцентом Дагестанского государственного аграрного университета имени Магомеда Мамаевича Джамбулатова. Цель моего приезда – это приглашение моих выпускников, которым являлись моими дипломниками, это Вахид Исмаилов и Сархан Фатулаев. Вахид работает редактором «Сафагле» газеты, поэтому он пригласил меня с целью проведения профориентационной работы. И поэтому с этой целью я приехал. И одновременно приурочив и вручение дипломов им, то есть привез дипломы о завершении института нашего университета. А вашему университету что вы можете сказать? Наш университет, Дагестанский государственный аграрный, это самый древнейший вуз в республике нашем, Дагестане. У нас в республике всего государственных вузов 5. Это Дагестанский государственный аграрный университет, Дагестанский государственный педагогический университет, Дагестанский государственный технический университет, государственная медицинская академия и Дагестанский государственный университет. 5 вузов. Вот один из вузов государственных является наш. Древнейший, он организован в 1932 году. Первоначально там формировалось из одного факультета плодовощеводства. А на сегодняшний день наш университет начисляет 8 факультетов с около 40 специальностями, профилирующими, обучающими этими себе специальностями. Которые идут от Вавилова. У нас есть традиции, которые идут от Домрачева, то есть от тех имен советской русской школы, которые святы для любого работника сельского хозяйства. Так что этот вуз станет самым интересным для тех, кто хочет найти себе интересную профессию и, самое главное, реализацию себя как успешного человека. В государственном органе, вот, в Азербайджане или в России, кто-то работает из вашего института? Наши выпускники у нашего института работают как республика у нас на государственных органах, то есть на работах. В данном председатели государственного комитета были у нас, дальше председатели правительства, нынешние сегодня председатель народного собрания, они все выпускники нашего вуза. Очень много наших выпускников работают в руководящих органах, как директорами, как председателями, вот, главами администрации. По разговорам, как я выяснил сегодня, на сегодняшний день в Азербайджане тоже на руководящих должностях работают наши выпускники. В частности, шел такой разговор, что в Министерстве транспорта, что ли, работает наш выпускник. Так, ваш выпускник Вахид, да, его имя сейчас ассоциируется с фильмом, краткометражный фильм «Т-44». Вот об этом что можете? Каскадер здесь сидел. Сегодня в разговоре выяснилось, кроме того, что Вахид у нас инженер, получил образование, оказывается, выясняется, что он еще любитель-актер. Любитель-актер, как организатор фильмов, еще такие способности у него есть. Очень приятно, что ребята здесь все сидят, участники вот этого короткометражного фильма. Вам хочу пожелать творческих успехов, чтобы это было начало роста вашего, чтобы дальше все хорошо, еще больше и лучше. Вы и гранты, чтобы выигрывали, и все, чтобы у вас было хорошо. Вдвойне приятнее, что мой выпускник, мой дипломник, у которого я являюсь руководителем, он играет такой роли тоже. Так что это все приятнее вдвойне. В Дагестанском аграрном университете обучаются около 500 студентов-иностранцев, в основном из Азербайджана. И в завершении короткого интервью Башир Гадисович от имени руководства пригласил поступать в ордена Дружбы народов Дагестанский государственный аграрный университет имени Магомеда Мамаевича Джамбулатова.